День молоді в Україні святкують в останню неділю червня. У Красногороді зрання – мотопробігом по місту. Театр починається з вішалки, а молодіжне свято розпочинається драйвом. Участь у мотопробізі містом взяли професійні молоді спортсмени, мотолюбителі на скутерах і учасники байк-клубу «Black Smoke». Очолив колону голова Красноградської райдержадміністрації Євген Третьяков. Нам нравится скорость, ветер, железо, то есть мотоцикл. Красноградские ребята, мотокроссмены, байкеры, пригласили принять участие в Красноградском дне молодежи. Мы с радостью откликнулись, приехали с поддержкой. Нам нравится шелест движка на дороге под звуки металла свободной капоти. Продовжилось свято на міському пляжі. Молодіжним марафоном між командами активної молоді Краснограду і Харківської області, конкурсами, пляжним футболом, волейболом, дартсом. Молодіжь – це ми. Хто вважає її там по возрасту, нельзя її вважати. Молодим потрібно бути душою. Дуже приємно, що сьогодні тут вже стільки людей зібралося. Сьогодні маса феєричних подій, які будуть відбуватися. Я вас поздравляю, желаю залишатися молодими, желаю залишатися нужними обществу, потому что пока мы молоды, мы живем и движемся дальше. Пусть этот праздник будет сегодня таким, каким вы его сами захотите сделать. С праздником вас, спасибо большое. Здесь проводится молодежная эстафета, молодежный марафон так называемый. Непосредственно я и клуб «Олимп» проводили здесь соревнования по дартсу. Нас приняло участие очень много молодых людей, больше 40 человек. Это своеобразный день здоровья. Середина лета, день здоровья молодежи. Это прекрасно. Сьогодні на святі цікаво не тільки брати участь у змаганнях, а й бути глядачем. Люди постарались устроить праздник, ну я так считаю. То есть организовано и машины, и скорая, все есть, как бы, спасибо за заботу о людях. Хочу пожелать удачи ребятам. Я прошу разорвать здесь все! Громкими аплодисментами искупать команду-победительницу! Команда отдела образования! Команда «Баданы»! Много было сегодня конкурсов. Конкурсы очень все классные, всем понравилось, особенно нашей команде. Хочу сказать спасибо им огромное, моей команде. Я их очень люблю. И спасибо администрации, что провела такой молодежный праздник, сделала для нас. Приємним подарунком для красноградців стали водні розваги, безкоштовний водний скутер та феєричне шоу на флейборді. Как может такой праздник не нравится? Люди отдыхают, людям весело, значит, должно нравиться всем. Этот праздник традиционный в городе Красноград. Счастье, что этот праздник вернулся в таком масштабе, в таком ракурсе, когда он объединяет всю громаду, которая показывает, что у нас есть прекрасное будущее, что мы рады, что у нас есть молодежь очень позитивная, креативная. Вы видели, какие прекрасные конкурсы были. Имеет свою власть над телом, а над душами оно не имеет свою власть. Подтверждение этому сегодняшний наш праздник. Сегодня участвовали в празднике от 14 лет до 70. Это волейбол, это много команд футбольных, это наша эстафета, в которой принимали участие 8 команд. В общей сложности задействовано было больше 300 человек в сегодняшнем празднике. Это те, кто непосредственно принимал участие в спортивных мероприятиях. Святкову програму на міському пляжі увінчав концерт рок-гурту «Black Smoke». На свято продовжується з конкурсами, аніматорами та іншими розвагами. День молоді у Краснограді для молоді будь-якого віку.
нравится, панда или заяц? Заходи до Дня молоді у Краснограді проходили під патронатом голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третьякова. Організатори розповідають, надихало на їх проведення бажання подарувати мешканцям міста і району свято та гарний настрій. Позитив, який ми можемо отримати від того, що даємо, робимо людям праздник. Ну, мабуть, улыбки, сміх. Ми самі молоді і ми хочемо якогось розвитку. С какими людьми общаюсь, город поменялся, вообще поменялся в лучшую сторону, и даже молодежь говорит об этом, и это очень приятно. Наше общество, к вашему сожалению, умеет работать, но не умеет отдыхать. Для того, чтобы показать им их возможности, мы, конечно же, сегодня создали такое мероприятие, которое подразумевает общество в целом. А целое оно начинается с чего? Дети, взрослые. Молодежь, те, кто был недавно молодежью, кто молодежью был давно. И сегодня они все объяты этим праздником. Они все вместе, они все радуются сегодняшнему дню. И самое главное, что объяты все. У меня радость, полные души. Я смотрю на них и не до того радостно, что все-таки мероприятие проводится в Краснограде. Я даже ходить не могу, но тем не менее я всегда посещаю эти мероприятия. И чтобы больше у нас в Краснограде такого было. Для поднятия, как вам сказать, духа поднятия. Патриотизмом какого-то, понимаете, любовь к Краснограду. Это очень классная песня, позитивно, весело, супер. Вы сегодня только здесь были? И на речке. Как на речке, понравилось? Класс. Праздник весело было, особенно когда шоу вот это водное было. Просто мы такого у нас в городе этого не было, очень непривычно это видеть на Красноградске. День молоді у Краснограді святкували зранку до пізнього вечора. Кожен житель і гість міста знайшов цього дня саме свою розвагу. Концерт, я без ума сьогодні, дуже довольна, дуже позитивна, дуже хороше настроєння. Головне, спасибо, звісно, організаторам. Мені дуже сильно подобається сьогоднішній праздник, спасибо большое організаторам. Хотілося б чаще, щоб такі мероприятия були для молодежі. Очень понравилось флаєрборди, вот эти вот, что-то новое у нас в городе появилось. Прикольно было. А на завершення свята красноградці запалили танцпол під акомпанемент діджея та МС. Тебе